7:48, друзья, это шестой пляж от Гордени. О, луна, луна, луна. Звездочки не хватает, это был бы турецкий флаг. Звездочка есть, но она чуть выше луны. Наконец-то луна может быть сегодня ночью. Иду мокро еще, друзья, купался в море, конечно же. Покормил Клеопатрочку, вон она уже в песок не пойдет, только вернулся сегодня. Клеопатрочка, сыр был вкусный, сыром покормил, да, довольно много так дал ей сыра, принес специально по... Клеопатрочка по 170 лир кило. Это со скидкой причем. Сейчас мы, друзья, пройдемся. Кошки. А, вот еще сыр лежит. Кошки. Иди сюда. Сыр не идеальный. Ничего себе. На, иди сюда. Он вкусный. Иди ешь. Клеопатрик, ты представляешь, заелись, они сыр не едят. Ей понравилось. Ну, такой вот постовый квадратник. Чего мы показали, как мы гавкать умеем. Давайте глянем на фонтанчик на секундочку. И сейчас мы пойдем немножко пройдемся. Сейчас посмотрим, сколько людей, от около 8, а потом мы еще пройдемся немножко. Еще пройдемся. Ну, постараюсь немножко маршрут изменить, но в принципе здесь же еще пройдемся немножко чуть позже. Ну, через 40 примерно. Всем, кто любит этот фонтан, шалом. Итак. Идем вот так, через большой фонтан. Котюньки, как вас тут много, а тут никакой моей еды не хватило. Вода, друзья, сказка, вода просто сказка. Вода потрясающая, такая же потрясающая, как вот этот вот. Тебе худеть надо, колобок. Ты рыжий колобок. Да, он почти как слоник размером, если не почти, даже, может быть, даже, ну, не пузатый слоник, но такой же примерно. Да, а тебе до него далеко, тебе таким не быть. Вода, друзья, просто потрясающая, вода тридцаточка. На Клеопатре вода тридцаточка, это просто огонь. После моря не холодно, сейчас 26, но после моря вот не холодно абсолютно. А вчера даже было немножко после моря прохладно. Клеопатре. Клеопатрик! Все, пока. Пошел. Коты не едят этот сыр почему-то. Очень странно. О, тут малыши какие совсем маленькие. Лет по 5, по 6, наверное. Будущие теннисисты. Иду на этот завтрак, обед. Что это у меня будет? Или завтрак, или обед. И создам, наверное, пойдем съедим вкусный хатай дурум съем. Сейчас забыл посмотреть отличие дурума от донера. Либо дурум называется то, где много всего, то есть там и картошка, и огурцы, и помидоры. Хотя в донере это тоже это все может быть. Что-то там человек снимает. Или этого таракана большого. Фонтанчик, кто любит фонтанчик, всем привет. Вау, тепло с него, прям вода там, наверное, теплее, чем море. От моря сейчас даже нет такого тепла, то есть там вода 32 точно в фонтане сейчас. Просто подходишь, он обогревает сразу. Но нам это пока не нужно, у нас продолжается лето, бархатный сезон. Хочется надеяться, что он будет до 15 ноября. Потрясающая погодка. Сегодня, кстати, было очень жарко, и уже давно такого не было, что я днем просыпался даже от того, что не мог спать из-за жары. Такого не было уже давно, реально. То есть, ну, август месяц, по сути, 20 числа августа были пожаре днем сегодня. Там человек, он с каким-то этим, там темно, большой круг, у него кольцо, и он там что-то какое-то, как их назвать, не знаю, эквилибрист, фокусник, нет, не фокусник. А, и музыка там у него, я не смогу туда подойти. Сдалека вам его, наверное, не видно, но сейчас попробуем. Вы поняли, какое кольцо. Фонтан, сколько это градусов, а? Фонтан. Фонтанище. Кто сидит на чемоданах, друзья, кого я жду, всем-всем привет. Уже чуть-чуть осталось, и вы будете здесь. Пока не могу понять, правда, что...
что он с ним делает, он с ним просто бегает. Ага, не просто бегает. Видите, молодец. Ну, человек, конечно, супер. Профи. Красавчик. И имейте в виду, когда вы стоите, смотрите вот такие мероприятия, да, скажем, не так, как я посмотрел, убежал. Долго, если стоите, друзья, потом, конечно, дайте хотя бы 5 лир там, да хотя бы лиру дайте человеку, если вы посмотрели представление, он же не просто так развлекает вас, а человек как бы зарабатывает деньги таким образом. Такое было как-то на площади Хаджет, я вам показывал, ребята. Африканские ребята там такое вытворяли, вообще молодцы. Команда целая была, они танцевали там брейк, еще что-то там, не знаю, эти все названия. И очень большую толпу людей они собрали, смотрящих. И потом в конце они проходили с шапкой там или с чем-то, я не помню. Уличного музыканта видите, когда тоже дайте хотя бы лиру. И не думайте о том, что это стыдно, это мало лиру давать. Друзья, лира это тоже деньги. 100 человек вас прошло, дало по лире. Человек пойдет в ресторан поужинает. Ну, видите, людей, в принципе, много. И большая часть дети бывших стран Советского Союза. Процентов, ну, 80, наверное, местных тоже немножечко есть. Видите, сувенира. В принципе, пустые, потому что в основном, ну, не все, конечно, на ужине тех, кто все включенники, а выключенники сидят сейчас по ресторанам здесь. На теннисе тоже никого нету сейчас. То есть есть, они сидят прям вдвоем на столе прямо. Играющих пока нет. Кушает. Не показал, что вчера сидел на Клеопатре кормил. Тихо и спокойно здесь. Девчонки, вы прикалываетесь, зачем он это делает, зачем пугать кошку? Мы не пугаем, мы ее кормим. Да? Иди сюда. Иди сюда. Не, не тебе, ну блин. Пес. Вот съелся. Чешет, он сейчас придет к тебе. Все, не ходи к нему. Все. Ешь давай. Что-то не тебе было предназначено. Фу, пушистый хвост мы кормим тут периодически, когда он появляется. Все, коту не мешай, ладно? Зачем нам кошки? Иду еще с мокрой головой, приятными воспоминаниями о море. На море офигенно. Девушки прикалываются, стали так. Прикольно, если вы это видео увидите.
Ну, я камеру просто поднес, и чего, они... Кот боялся собаки, а не моей камеры. На камеру он реагирует спокойно, он звезда, он привык. Они так между собой разговаривают, зачем он это делает? Затем, чтобы все увидели и покормили котика. Все. Есть такая возможность. Такая возможность есть у каждого. Можно зайти в магазин, купить хотя бы что-нибудь, хотя бы один пакетик, хотя бы пару котиков накормить. Если туристов, конечно, гораздо больше, чем котиков, но, к сожалению, вот тех, кого назвать словом человек, можно немного, либо просто люди жадные. Вот, так что помогайте, друзья, животным. Идем мы через кафешку. Да, иду за дюрумом. 80 лир. Я сейчас буду есть за 55. Там мяса мало. У него начинка. Куча всего, а мясо, по-моему, там то ли 50 грамм. Да, 50 грамм, наверное. Да, котик? Прикольная эта улица. Так как музей, а над музеем мы сейчас выйдем с вами. Тут много людей тоже по кафешкам. Ну, не то, что много, но ужинают. Это те все, у кого все выключено. Европейцы они все, да, рассказочных. Советские бывшие граждане любят. Любят, когда много всего. Даже ленятся жарить себе яичницу вместо того, чтобы снять квартиру. Большущую, где можно заехать двумя-тремя семьями за штуку долларов, допустим, на месяц. Они заплатят 5 тысяч или 7 тысяч, если много людей в отель за этот же месяц. Богатых свои причуды. Я даже, вот, ну, много зрителей бывает. Ну, вы видели тех, кто я часто брал интервью, кто снимает хоть раз жилье, тот потом в отеле не ездит, это проверено уже. А те, кто... Даже с тех, с кем я близко общаюсь, меня поражают люди, которые считают, что готовить это сложно. Да свари ты кастрюлю, блин, борща, и три дня, не думая, иди и ешь себе. Или ходи в ресторан и пытайся, все равно это будет выгоднее, чем... Ну, кто-то едет выпить, да, и таких людей много, поэтому... Поскольку спиртное в Турции, конечно, стоит бешеных денег, то... Такие люди, да, они заказывают все включено, как и отдыхающие, кто здесь живет. Меня это всегда смешит, даже мои друзья, когда ездят. Мы поехали отдыхать, живучие в Алании, да? Тоже в основном все ездят выпить, и поэтому они едут на все включено. Мы красивые. Я тебя знаю, да. Ты на музее была или знакома? Лицо твое точно. Давай на пол сойдем, чтобы не ругали наши на лавочке. Тоже как-то люди становятся более злыми даже здесь. Такого никогда не было. Здесь магазин, нельзя кормить кошку. Сегодня мне сказали, здесь апарт. Ну, в смысле, дома, апартаменты. Ты что, кошку беременную там покормил? Ну, не беременную, а с детьми она там насыпал, типа это. Здесь апартаменты, как, не надо тут... Ёпарас, это что происходит, люди? Не теряйте облик человеческий. Турция примером для меня была по отношению к кошкам. Ну, пока что остается, но все чаще вот такие пробуксовки непонятные получаются, я не знаю. Ладно, люди могут обозлиться друг на друга, но кошки-то вам что сделали? Почему вы меняетесь? Аланийцы дорогие. Или это приезжие какие-то, я не знаю. Нет, ну местные как бы. Это все очень печально. Меняется мир, меняются люди. Не в лучшую сторону. Конечно, все равно Турция, это есть много очень добрых людей, поэтому для кошечек это, ну, по крайней мере, Алания, это рай точно. Надеюсь, так и будет всегда. Так, а потом, друзья, мы с вами пройдемся, когда Рома съест свой большой дюрум, мы с вами пройдемся, наверное. Я, в принципе, думаю, идти или потом опять на Клеопатру, либо просто провести вас, допустим, вот по улице Ататюрка. Может быть, пройдем по улице Ататюрка, чтобы не повторяться, да, не возвращаться туда сейчас.
А Клеопатру где уже был? Аквапарк слева. Тут много людей. Много. Видимо, тех, кто все включен. Те, которые уже поужинали, они гуляют. Вот это по улице главное. Там где много. Такси по счетчику, напоминаю. Если он отказывается включать счетчик, можете опять же хоть и полицию даже вызвать. Стоят, он торгуется. 200. Ну хотя 200 это что-то сильно мало. Сейчас посадка стоит столько же, километр стоит. Я забыл сколько километр, но сейчас такие, друзья, цены, что на 200 можно доехать, наверное, до Красной Башни только отсюда. Мне так кажется. Не знаю, до оба уже, наверное, не доедешь за 200 лир. Забыл, сколько километр стоит, но не дешево. Никогда не было дешево, когда постоянно поднимаются цены. Я сегодня такое видел, это жесть, сейчас помню. Ну, в общем, кто знает, где налоговая. Вот налоговая напротив бизнес-центра, где офис Юлечкин. И оттуда едет машина сюда, да, выезжает. Я перехожу здесь, то есть мне горит зеленый свет, я мог бы идти. У меня какое-то чутье просто было. Смотрю, летит бэха, черная бэха летит оттуда, вот от налоговой, от бизнес-центра того. У меня зеленый, стабильно зеленый. Он летит на скорости, ну, километров 90, это как минимум. Я смотрю, он не собирается тормозиться. Думаю, боже, вот как чутье было. Я не пошел, я стою, жду, думаю, пусть проедет. Вот я чувствовал, просто чувствовал. Если б я шел, или тот молодец, человек пропустил. Если б дети шли, там, я не знаю. Короче, он вот так вот вылетает, представляете, это ж там машины могли ехать, у них зеленый. Он вылетает на этот перекресток и вот так вот. Да хорошо, что оттуда никто не ехал, это просто чудо было. Иначе я наблюдал бы, как... Как бы он получил, в принципе, то, что он заслуживает, конечно, но пострадали бы невинные люди помимо него, которые в него бы въехали. Это ужасно, конечно. Еще раз, друзья, будьте очень осторожны. Я жалею, кстати, что я его номер не запомнил. Я бы кому-нибудь его отдал бы, чтобы передали потом полиции. Хотя там камеры должны быть, мне кажется, на перекрестках. Я не знаю. Канал у меня как бы не об этих всех авариях и всем, но вот периодически просто, ну, то, что я вижу, то, что касается реально меня, уже тут молчать просто невозможно. Иисус донор. Боже, сколько тонн я съел здесь этой шаурмы за все эти годы. Я тут в 19 году, где-то у меня есть даже, наверное, видео первое, когда я открыл для себя это место. Напоминаю, друзья, что вас ждут кафе «Думан». Нажим «Апазара», когда вы там ходите в магазинчике. Там по-русски написали, для тех, кто хочет больше мяса. 127, 98, 200 грамм. Все, мы пришли сюда. Мне приятного аппетита. Я выключаю, снимать не буду сейчас. Нараба? Хатайдером. Борода. Сейчас я покажу, как я делаю еще. Смотрите, тут секрет вкусного всего, потому что у них реально много всего, но все вкусное, свежее. И тут делают очень лаваши, у них очень вкусные. Ну вот все, оно в итоге сочетание всего. Картошка, она не такая, как картошка фри, с нее не течет масло, она такая, огурчик соленый, вкусный. Слюнки в ромке текут. Мясо децл там, но вот в общем оно получается. В общем, оно получается очень вкусно. Майонез даже. И вот этот у них соус, он уникальный. Вот он такой, как, знаете, как суп томатный. То есть вот он соус, он дает сочность. Он очень вкусный. Все, пошел соус, то ли.
Как я буду есть, вы не увидите. Тут пекарня, кстати, вкусно. Все, мы пришли, друзья. Потом пойдем дальше. Будет еще одно видео обязательно. Пока.